Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка Медвежьего угла Елена Горчакова. Приближается Новый год. Совсем уже приблизился. Приблизился так близко, что посылки уже не дойдут. Но ведь у нас есть много друзей, родственников, знакомых, родных и близких людей, с которыми мы давно не виделись, даже из-за той же самой пандемии, и которым очень хочется сделать подарок. И вот я хочу подать вам одну интересную идею. Дело в том, что сейчас можно подарить знания, подарить обучение. Онлайн-обучение – это просто тренд современности. Онлайн-обучение – это то, что сейчас в моде, то, что нужно всем, то, что все знают и все понимают, что это такое, и все понимают, как это ценно. Я хочу предложить вам обратить внимание на курс обучения травника «100 главных трав Руси». Это возможность получить знания, которыми 4 поколения травниц реально лечили людей, получить их примерно за 5 месяцев, можно даже быстрее. Если тот человек, который получит курс, посвятит его изучению время во время новогодних каникул, он может продвинуться очень сильно, а может быть даже пройти обучение полностью за эти 10-12 дней. А курс рассчитан на 20 недель в том случае, если проходить один урок в день. Но уроки имеют очень разный объем, от 2 часов до 10 минут буквально. Поэтому можно продвинуться и гораздо быстрее. Так что за новогодние каникулы вполне реально освоить курс обучения травника 100 главных трав Руси. Ну а о том, что там внутри и насколько легко этим пользоваться, я уже много раз говорила. Оставлю вам ссылки на свои видео под этим видео, не буду отнимать ваше время. Просто знайте, что 100 главных трав Руси – это шикарный новогодний подарок. Его очень легко передать, он ценный и действительно интересный. Всего вам доброго, дорогие друзья, с наступающим Новым годом! А да, хочу сказать, что если вы выберите 100 главных трав Руси в качестве подарка для ваших близких, это будет еще один подарок. Это будет еще подарок для меня и моего сына. Серьезно, совершенно. Вот вы думаете, как нас поздравить с Новым годом, может быть? Так вот, это самое лучшее поздравление, потому что, во-первых, это, естественно, мои доходы. Конечно же, мне очень приятно и нужно их получать, и мы нуждаемся в том, чтобы зарабатывать на этом какие-то наши деньги. И к тому же это, может быть, даже на первом месте. Это признание моего труда, признание того, что я целый год, вот как раз 2020 год был, посвятила записи этого курса, что я работала для вас, и вы видите, что результат моей работы реально полезен, что он нужен людям, этот результат работы. Ну все, вот, а вот теперь действительно все, пока-пока. Но в этом году мы еще встретимся, кстати говоря. А сегодня вечером в 19 часов по московскому времени я проведу стрим, где снова отвечу на все ваши вопросы, на вопросы по курсу обучения травника и на любые другие вопросы. Заходите, пожалуйста, на канал «Медвежий угол», не пожалеете. Все, до вечера, дорогие друзья, до 19 часов по Москве.